يعني كثير منهم ليس عنده إشكال في أن يخطئ في اللغة الروسية أمامك يعني فهمت؟ لكن عنده أكبر إشكال من الشيطان يلبس عليه في أن يخطئ في اللغة العربية. يا أخي إيش عندك مشكلة؟ تكلم أخته كما هذا الآن هذا مترجم يخطئ في اللغة القرقيزية وهو ابن قرقيزية ويخطئ في اللغة الروسية ما في مشكلة. أنا أخطئ في اللغة العربية إيش المشكلة؟ يعني لأني بشر. فهمت يا أخي؟ إذن حاول تتعلم تتكلم باللغة العربية، حاول ما في إشكال كما أنت تحاول الآن تتكلم بالروسية. Вот смотрите, вот такая проблема вот, да, у братьев, смотрите. То, что человек старается, раз, например, пытается разговаривать на русском языке, и он ошибается. То есть это же не проблема. На это особо никто внимания не обращает. Но когда хочет разговаривать на русском языке, на арабском языке, вот к нему начинает подходить шайтан, запугивает, может, ты ошибешься и так далее. То есть это же не проблема. Человек может разговаривать на русском, но ошибается, да? Но ошибается. То же самое человек может говорить на арабском и ошибаться. Ну так и он и обучится, научится, да, разговаривать. То есть надо стараться по мере. То есть шайтан не должен обманывать. يعني أنا يلقاني بعض الشباب اليوم في الشارع يلقاني ويحاول يتكلم معي لغة عربية. نعم. أنا أفرح بهذا. Да, на улице встретились со мной некоторые вот молодые там братья и пытались со мной разговаривать на арабском. Вот пытались, ошибки, но я этому был рад, то есть радовался этому. يقول لي أحدهم حر يوجد حر شديد هو يريد يعبر لي عن هذا يقول هذا جهنم يا Кто-то пришел и хочет сказать, что жарко. И он хочет мне донести и говорит, вот это джаханнам, говорит, это ад, говорит, ад. Джайд, хуэ сатыр юаббир ал-ан, хаул туаббир билуга ал-арабия, ма фи ишка. То есть надо пытаться, нет в этом проблемы. Ва кал ан-наби, саллаллаху алейхи ва саллям, ан хаза аль-хар, яъни мин фейхи джаханнам. И на самом деле, да, это про эту жару тоже пророк сказал, что это же из дуновений ада, да?